Привет, сегодня будем делать ручку топора. Вот камень вырезать не знаю много. Забьем размеры нашей заготовки. 0,5% пойдет. Разворачиваем сначала наш гладовик. Загружаем нашу модель. Развернем ее все сюжет. Увеличим ее габариты. Все у нее по коленке. Так, это продолжим. Изменили мы размеры, но размеры немножко велики для меня. Как бы по длине устраивает, но по ширине слишком много. Сделаем ее 65 мм, то есть уменьшим на 15 мм. И сделаем по толщине ее, замерим посадочную, 30 миллиметров нам в принципе будет достаточно. Опять же снимаем галочку связи и делаем ее 30-ю. Применили, вот у нас накрасило. Будем резать мы с переворотом, то есть сначала одна часть цепочка отработается, перевернем ее и сделаем вторую. Такая имитация 4 оси. Для этого мы модель, у нас модель 30 мм, посадим ее на минус 15. То есть углубим ее, чтобы она у нас находилась по центру. Разместим так и уменьшим на 15. Вот у нас она рассела, грубо говоря, по центру. Далее, когда мы с размерами поигрались, мы все устраиваем, нажимаем вставить. После того, как нажали вставить, мы уже редактировать ничего не сможем. Нажимаем закрыть, переходим в гладовик, включаем полутонное изображение, выбираем желтый цвет и вектор израсывает для того, чтобы автоматически вектор отрисовался. Возьмем этот вектор и сместим на 1 мм. Закрыть. Получается, в этом векторе мы будем производить черновую чистовую обработку, а по вот этому первому вектору мы будем производить выборку. Далее переходим, выбрали мы этот вектор, переходим в стратегию обработки. Сначала мы сделаем черновую обработку, потом чистовую. И непосредственно будем делать еще выборку. Переходим к черновой обработке. Выбираем внутри выбранных векторов. Выбираем из 3-6 мм лиза. Определить заготовку. Заготовка у меня толщина 52 мм. Смещение на 1 мм. Нажимаем ОК. Припуск оставим где-то 2 мм. Это у нас припуск, такой останется массив, столько после черновой обработки. Безопасное перемещение, ставлю 10 мм сюда. Так, изменим 10 мм, это оптимально для холостых перемещений, чтобы не тратить время, и подписываем. Черновая. Нажимаем сейчас. Вот сейчас она у нас просчитывается. Немножко подождем. Стратегия обработки используя обычные змейки, резать будем из бука. Буковая заготовка. Просчитала черновая обработка, можем перейти в 3D-вид. Так, вот мы наблюдаем нашу черновую обработку. Наверное, возьмем ее, переделаем. Не нравится мне такая черновая обработка, потому что надо чуть вектор сделать больше. Нажимаем закрыть. Гладовик, переходим в помощник. И нарисуем непосредственно, сместим этот вектор на миллиметров 5. Получается, на 6 сделаем, на диаметре 3 на 7 даже. Вот, не скучно.
Вот, потом отменим, скрипел, выбираем этот вектор и смещаем. Нажимаем закрыть. Непосредственно в этом векторе мы будем производить черновую обработку. Пересчитаем ее. Выбираем этот вектор. Нажимаем сейчас. Сейчас он прочитает, попал в ножу. Так, вот она черновая прочиталась. Но здесь уже получше. Здесь есть уже какая-то заходы. Более-менее нормально. Нажимаем закрыть. Теперь выбираем наш второй вектор. В нем мы будем производить свою обработку. Выбираем на 3 выбираем второго. И выбираем остальное. Уже буду делать кондиспосферический с радиоспределения 0,5 мм. Будет дублерный заготовок и подписываем числа. Нажимаем сейчас. Сейчас нажму паузу, просчитал. Вот у нас чистовое просчиталось. Теперь переходим опять в задевик и выбираем наш первый вектор, по которому мы будем непосредственно вырезать нашу заготовку. Нажимаем обработку по профилю. 2 мм это много, значит 26 мм, чтобы он половину зарезал. И будем резать всего ручкой. Выберем инструмент, выберем заготов и подписываем уже мерка. Ну, с нами он ее просчитал. Теперь нам нужно создать переходы. Так называемые элементы фиксации. Нужно закрыть создание переходов. Высота 15 мм, 34 и создать. И вот они у нас создались. Если нам нужно, мы их можем переместить как угодно. То есть можем выдвигать их в любой край. Один сюда поставим. И, в принципе, должно хватить 12 6 мм. И высота 15. Нажимаем закрыть. Теперь мы можем использовать функцию визуализации УП. То есть мы видим, вот как раз показаны наши переходы. Нажимаем имитацию УП и смотрим, что у нас получится. Черновая обработка. Ну и вот, собственно, что мы получим на выходе со станка. Просто опять не знаю, почему новая обработка. Наверное, мы такие переделаем. Зайдем в воду. Помощник. Создадим более объемный вектор. Цель, в принципе, она мне нужна. Вообще попробуем, посмотрим, как он сюда поведет. Сюда, закрыть. И проект заходим. Черновая. И выбираем теперь этот вот 32 мм. Нормально сейчас. Также у нас прочитал черновая. Переходим. Подойдем, закрыть и включим метод. Посмотрим, как он все надо сделать. Все вот оно прорезание. Наверное, переходы у нас сохранились. И осталось, ну, в принципе, такая черновая не будет. И, в принципе, все. Сохраняем нашу программу. Нажимаем сохранить в формате на желаемом.
нем. Создадим папочку. Теперь мы можем инвестировать нашу модель. Можно поверхность, рельеф, вертикальность позиция, горизонтали. Все у нас она так отображалась. В 2D-виде, изменим картинку. И теперь будем резать вторую часть. Ну, когда уже перевернем захватку. В принципе, будем использовать такие стратегии обработки. Выделяем. Начинаем обрабатывать, создаем вектор. Мы его создали. И создаем вектор для шестого обработки. Мы взяли. Снести на 1 мм. Нам там будет достаточно. Выбираем сначала начинаем обработки вектор. Переходим в УП, черновая обработка, и выбранный пистолет. Выбираем скользу, четвертая стрельца у нас идет. Дублируем заготовку. Дублируем, создаем как на кое. Здесь все стрелки подписываем. Нажимаем сейчас. Вот у нас черновая просчиталась. Да, я слушаю, я ногами спать. Так, делаем мы черновую, выбираем наш для чистовой вектор обработки, выбираем ее, выбираем инструмент, у нас примерно 5 мм будет, дублируем заготовку и подписываем ее, подписываем чистовая, нажимаем сейчас. У нас получилась чистовая. Как вот у нас просчиталась чистовая обработка. И теперь просчитаем еще выборку, которую мы непосредственно вырежем для готовки нашу зарезку. У нас 6 мм. Выбираем. Вставляем, выбираем 6 мм скажу. Дублируем заготовки, подписываем. Спросчиталось и теперь относительно этой выборки создаем переходы. Вот единственное, мной допущена была ошибка. Я в первую пышку сдвинул переход. Исходя из этого будет смещение, и возможно оно у нас выпадет. Где-то здесь надо было ставить или оставлять, чтобы по умолчанию было. Ну это мы потом посмотрим, если что, редактируем. Нажимаем закрыть и сохраняем их. Можем включить имитацию. Имитация УП. Получилось, переход у нас есть, все, заготовка у нас никуда не выпадет. Все, в принципе, можем сохранять операцию ЦП, сохранить. И теперь пишем выборка 6,
Сейчас у меня 2.2. Чистовая 0.5. 2.2. Черновая 6.2. Все, сохранили мы тут код, можем идти резать.